Совершенно очевидно, что государству очень важно иметь здоровое население. Поэтому сектор частного здравоохранения на сегодняшний день находится на этапе бурного роста. В 2010 году президент нашей страны четко ставит вопрос о развитии государственно-частного партнерства, о том, чтобы использовать максимально ресурс частного бизнеса, интегрировав их успехи с государственным, и все это направлено на качество лечения для пациента. На сегодня удельный вес здравоохранения в общем объеме валового производства Казахстана составляет почти 2%. Структура отечественного здравоохранения представлена государственными и частными клиниками. При этом частные клиники занимают примерно 20%. Чем хорош частный бизнес? Они всегда прогрессивные, они видят новое, они внедряют технологии, они готовят своих специалистов за рубежом, не привлекая бюджетных средств. И тогда идет хорошая конкуренция государственных клиник с частными. На сегодняшний день в государстве очень много программ, которые позволяют хорошему врачу еще и попробовать стать хорошим бизнесменом. Вот только в нашей программе «Дорожная карта бизнеса 2020» 7% всех проектов – это проекты частной медицины. 177 проектов получают государственную только финансовую поддержку. И общая сумма кредитного портфеля составляет почти 13 миллиардов тенге. Новые бизнес-инициативы, особенно конкурентных врачей, они очень сильно поддерживаются. Рашид Камалов, врач-стоматолог, проект «Стоматологическая клиника-студия». Работаю в частной клинике, но хотелось бы, конечно, свое дело. Изначально вот вам нужно будет все-таки в отдел предпринимателей, центр поддержки предпринимательства обратиться. Вы должны обучиться этому финансовому институту, пусть это будут кратковременные курсы в Назарбаев университете. Если вы по дорожной карте обратитесь, там очень много финансовых поддержек. Когда у вас уже будет в плане, где вы будете все это делать, что вам необходимо для начала, для открытия кабинета, какая вам сумма понадобится для здания, все это нужно обмозговать как следует. В принципе, на сегодняшний день достаточно хорошие условия у наших банков. Они могут вам предоставить льготные периоды, льготные моменты, поддержка государства, в том числе и по процентной ставке, вот по программе 2020, по программе «Дорожная карта». Здесь есть очень много механизмов. Эти все механизмы, они известны и ясны. Вы можете обратиться и в фонде «Дому». У них есть такая программа и поддержки первоначального бизнеса. Профессия врача всегда считалась самой уважаемой в обществе. Ведь врач помогает нам вернуть самое главное – это наше здоровье. И я думаю, новые бизнес-инициативы в этом секторе будут приветствоваться и дальше.